Сотрудники предприятия «Водные ресурсы маркетинг» перебрали с земли на крышу и теперь активно осваивают эту территорию. Злостных непротельщиков за услуги водопровода и канализацию теперь будут отключать через канализационные стояки сверху. Современное оборудование позволяет все сделать быстро и без особых проблем. С крыши через канализационный сток аппарат опускают до нужной квартиры. Затем автоматически происходит установка заглушки. Все видно на мониторе. Стоимость этого оборудования составляет порядка 1,5 миллиона тенге. Но его приобретение – это вынужденная мера. Мой участок, который я обслуживаю, 26 тысяч абонентов. И есть абоненты более 3 месяцев, которые не оплатили где-то 300 человек, 300 квартир. Ну, сумма выходит приличная, 800 тысяч, которые не оплатили в течение 3 месяцев, это сумма зависит, от суммы зависит как 1000 тенге, 500 тысяч, 500 тенге, 8 тысяч тенге, вот так. Вот мы сейчас даем предписание абонентам, что в течение 3 дней мы отключаем воду. Если абонент не реагирует, мы теперь отключаем вот сверху с 5-го этажа. Сегодня отключили от систем канализации одну из квартир дома номер 3 по улице Сурикова. И теперь жильцам придется не только погасить весь док, но и выложить приличную сумму – порядка 10 тысяч тенге за подключение. Кто не платит долго, должники обязательно должны делать, но чтобы ни один из тех, кто платит, не пострадал. Преимущество этого оборудования в том, что оно позволяет производить адресное отключение и при этом не страдают добросовестные абоненты. И чтобы этот терминатор, как герой из одноименного фильма, не сказал вам «I'll be back», придется платить за услуги канализации вовремя.